К нам приехал цирк. Не просто московский, а международный. В Караганду своих мастеров цирковой арены прислали Россия и Украина, Киргизия и Казахстан, и даже Кения. Хорошее настроение. Ну ничего, мы вам сегодня его... Кто сказал испортить? Сделаем еще лучше, еще праздничнее. На первом представлении традиционно дети, самые дотошные и привередливые зрители. Им дано право первой оценки циркового представления. Но премьера международной программы в Караганде оказалась на высоте. Акробаты и эквилибристы, умные животные, радовали всех своими умениями и возможностями. Равнодушия под куполом не было. Клоунская группа не просто заполняла паузы, а обволакивала своим лучезарным мастерством всех, от мала до велика. А хитренький какой, а? Нет, давай все по-честному. Давай. Кенийский мастер огня Бенат Отиену управлял огненной стихией под восторженные аплодисменты. Силачи держали на своих плечах баланс с гимнастами, как атланты. Ожидания увидеть феерическое зрелище оправдались на все 100. Ну, мне больше как-то животные, акробаты. Так хороший цирк, мне понравился очень даже. Мы были здесь впервые в Карагандинском цирке. Мне очень понравилось, были здорово клоуны, выступили. У них очень интересный был номер. Нет людей, кто не любит цирк. Нет людей, кто не любит от души посмеяться. Тем более, что международную программу нам привез старый знакомый Валентин Петрович Булавский. Его вкусу можно доверять. Карагандинцев он никогда не подводил. Я много лет привозил сюда программы знаменитых артистов, таких как Тараса Васильевна Дурова, как Николай Тимченко. Да очень много. И польский цирк и так далее. И вот сейчас я снова с программой международной, в которой принимают участие артисты России, Украины, Казахстана, Кыргызстана и даже Африки. Приходите к нам на представление, и вы не пожалеете. Второе отделение еще более увлекательное, потому что в нем... присутствует уникальный аттракцион «Звезды Московского океанариума». Это морские львы, котики и очаровательная моржиха, мадемуазель Сабрина. Она покорит всех зрителей, в этом я не сомневаюсь. Можете проверить слова профессионала. Вы увидите настоящее искусство цирка, настоящих профессионалов. Сергей Высокосов, Толеген Рашитов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.